Здоровенький були народ. Не встиг 2020-й як слід розпочатись, а Oppo вже оновлює свою флагманську лінійку Find – зухвалих камерафонів, що задають нові стандарти в індустрії мобільної фотографії. Це вже дещо більше, ніж просто трубка. Oppo Find X2 пропонує розширений арсенал функцій для професійної фотозйомки. Но хорошая техника – это всего лишь часть, необходимая для создания крутых кадров. Всем привет, меня зовут Аня Гольцберг, я профессиональный фотограф. Давай признаем, что без знаний основ мобильной фотографии сделать по-настоящему шедевральный кадр действительно сложно. Поэтому сегодня с Oppo мы проведем для вас первый урок мобильной фотосъемки. А поки Аня робитиме з вас інстаграм-зірок, ми випробуємо новий флагман Oppo та влаштуємо йому користувацький тест-драйв. Темою нашого першого уроку стануть основи мобільної фотографії, а в якості невеличкого бонусу ми поговоримо про те, як зробити селфі, яке лайкне не лише ваша мама. Из-за того, что большая часть человечества перешла на смартфоны, мобильная фотография стала отдельным видом искусства. Но принципы работы фотографа практически не поменялись. Только теперь вместо массивного фотоаппарата и набора объективов вы будете управлять вот таким вот стильным девайсом. И первое правило хорошего фото – протертая камера. Знаю, на первый взгляд это кажется смешным. Возможно, я бы тоже посмеялась вместе с вами, если бы каждый раз после просьбы сделать крутое фото на чужой телефон мне не приходилось оттирать его микрофиброй или волшебным карандашом. Ребята, пыль и соринки на камере могут быть очень незаметны, но поверьте, даже небольшой след от пальца ощутимо скажется на качестве снимка. Второе правило. Знание основ фотосъемки. Вы не сможете сделать по-настоящему крутое фото, пока не разберетесь, как это работает. Три основных компонента вашего успеха. Свет, композиция и обработка. Свет важнее всего. Для съемки в помещении лучше всего подойдет естественный свет из окна. Для улицы – мягкий солнечный свет, который лучше всего ловить ранним утром или ближе к вечеру. Ваша задача – избегать резких теней, которые обычно бывают в разгар светового дня. Для пейзажа особых ограничений нет. Здесь важен ровный горизонт и, конечно же, золотое сечение. То есть, когда объект съемки находится в 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя. Тим більше, що камери Find X2 ідеально пристосовані до будь-якого виду фото. Основний модуль смартфона на 48 мегапікселів обладнаний надпотужною матрицею IMX586 від Sony. В першу чергу це абсолютно новий рівень нічних фото та кадрів з контрастним освітленням. Зверху розташована 13-мегапіксельна камера перископ, а нижче – 12-мегапіксельна відеокамера з панорамою аж на 120 градусів. Нестандартне рішення для флагмана, який, по суті, обладнаний тільки двома фотокамерами, не випадкове. По-перше, кількість камер не завжди покращує фото, але завжди перевантажує процесор. Зосередившись на топовій оптиці та розширених апаратних можливостях, Oppo суттєво спростили рішення камери, що аж ніяк не вплинуло на показники. Не кожний смартфон, навіть флагман, достатньо потужний, щоб переглядати HDR у реальному часі, тобто ще до того, як ви зробили фото. Функція Live HDR дозволить побачити ваш майбутній кадр та завчасно опрацювати всі недоліки. А для того, чтобы их не было на ваших кадрах, ну или, по крайней мере, было гораздо меньше, не забывайте про HDR-режим. На пейзажах он поможет сгладить слишком сильный контраст между светлым небом и темной землей, а при недостаточном освещении или контровом свете HDR поможет избежать зернистости и помех. На портретах, снятых на солнце или при ярком электрическом свете, черты лица не будут чересчур выбеленными. Весить такое фото будет гораздо больше, поэтому сразу удаляйте неудавшиеся кадры. Для меня, кстати, стало настоящей находкой, что Find X2 может сохранить 12-битный RAW-формат, то есть все детали снимка останутся в максимальном качестве. Это must-have для любого профессионального фотографа, который обрабатывает свои фото с помощью редакторов. Если в кадре преобладают вертикальные объекты, лучше снимайте в вертикальном формате. Если фотографируете пейзаж, снимайте горизонтальные кадры. Да и вообще, больше снимайте в горизонтальном формате. Во-первых, это классика. Во-вторых, вы всегда его сможете обрезать и в вертикальный формат, и в квадратный. Помните, выбор точки напрямую влияет на эмоциональное восприятие снимка. Тут, кстати, есть несколько простых правил. Первое. Для портретного фото лучшая точка на уровне глаз. Для снимка в полный рост – на уровне пояса.
Если хотите визуально удлинить ноги, лучше присесть, чтобы сделать фото. Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле. Так, снимая человека с верхней точки на фотографии, вы получите модель маленького роста. Кстати, панорамный режим в Find X2 поможет не только сделать роскошный пейзаж, но и создать эффект длинных ног. А снимая движущийся объект, автомобиль, велосипедиста или бегущего человека, всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Располагайте объект так, как будто он только вошел в кадр, а не выходит из него. Не расстраивайтесь, если вы не сумеете сделать все идеально с первого раза. Тем более, если вы обладатель профессионального камерафона Oppo Find X2. Немного практики, знание пары лайфхаков, і ваші мобільні фото будуть виглядати дійсно круто. Тим більш круто ці кадри виглядатимуть на новому екрані Ultra Vision. Вперше дисплей мобільного пристрою містить 1 мільярд кольорів. Частота оновлення кадрів 120 Гц, тобто аж 120 разів за одну секунду. Він не лише має розширення 2К+, а також має сертифікацію HDR10+, тобто перегляд будь-якого контенту в форматі HDR. А подвійні стереодинаміки Dolby Atmos допоможуть створити ефект цілковитого занурення. Також тут присутнє панорамне відео та 30-кратний відеозум. Відеокамера обладнана окремою матрицею Sony IMX708, що гарантує покращену ширококутну відеозйомку з розширенням 16:9. А функція Ultra Steady 2.0 допоможе знімати відео будь-де – під час пробіжки, поїздки на авто або велопрогулянки. Стабілізація ваших роликів буде ідентична професійним екшн-камерам. Многие спрашивают меня, как сделать удачное селфи. Важно помнить, что селфи – это тоже фото, а значит, самое главное – хорошее освещение. Лучше всего, когда свет падает на вас под углом 40 градусов, то есть прямо и немного сверху. Будет шикарно подойти к окну, где нет яркого солнечного освещения, зато хороший рассеянный свет. Он создаст эффект софтбокса. На улице лучше делать селфи в пасмурную погоду, опять же, когда нет яркого солнца и резких теней. Мягкий свет подойдет куда лучше как для портретной съемки, так и для селфи. Давайте закрепим это еще раз. Свет решает все в портретной съемке. С помощью освещения можно как подчеркнуть красоту человека, так и изменить черты его лица. Будьте внимательны. Также не забывайте про ракурс. Удачный ракурс поможет преподнести вас по-новому, а то и преобразит до неузнаваемости. Если у вас острые черты лица, вам может подойти ракурс снизу и немного в полуоборот. В большинстве случаев людям нравится их ракурс немного выше. Руку нужно держать чуть-чуть выше лица, можно делать фото в анфас и также в полуоборот. Конечно, с Oppo Find X2 все становится намного проще. Этот бренд первым изобрел эффект бьютификации, умного украшения ваших селфи-портретов. Вы можете редактировать как сам кадр, так и отдельные черты лица. Круто, что это выглядит совершенно естественно и нет никакой кукольной пластики. И, конечно же, такое селфи совершенно не требует обработки. Швидкість роботи та обробки команд гарантує надсучасна платформа Qualcomm Snapdragon 865, найпотужніший в світі 5G-процесор. І попри те, що в Україні до сих пір не анонсовано запуск 5G-інтернету, найбільш швидкий на сьогодні Wi-Fi 6 точно стане вам у нагоді. Ще більш гнучкі налаштування, ще більш швидка передача даних. Автономність надпотужного камерафону забезпечує акумулятор 4260 мАч, що обладнаний надшвидкою зарядкою SuperVOOC 2.0 на 65 Вт. 100% заряду лише за 38 хвилин. На цьому все, народ. Цьомки. Пока-пока.